А теперь давайте остановимся на ситуации, когда основатель церкви вынужден трудиться не только в церкви. Так, например, поступал апостол Павел. Если вы помните, он занимался таким ремеслом, как делание палаток, о чем говорится в Библии. Выражаясь современным языком, у Павла была еще одна работа, благодаря которой он обеспечивал себя. Этим он зарабатывал себе на жизнь. В свободное же время апостол занимался служением, проповедовал Евангелие и учил. Сегодня такая ситуация характерна для многих пасторов. Наряду с церковным служением они заняты на светской работе, чтобы обеспечивать себя материально. Есть мнение, что такая модель максимально способствует воспроизводству церкви, ее скорейшему умножению. Средств на то, чтобы полностью поддерживать миссионеров-основателей, у нас нет. Если основывать церкви будут только они, дела пойдут крайне медленно, а значит, нужны служители, не освобожденные от светской работы. Кстати, такая модель весьма распространена во многих странах мира, особенно в странах Востока, Африки и Азии, где служители понимают, что даже пасторы больших церквей не могут постоянно рассчитывать на достаточную материальную поддержку со стороны общины. Они должны работать где-то еще. Однажды мне довелось преподавать в библейском учебном заведении в Таиланде, которое, в частности, было нацелено на то, чтобы хотя бы половина его выпускников могли служить миссионерами в странах Юго-Восточной Азии и при этом находиться на полном самообеспечении. Ежемесячно выплачивать зарплату тем, кто отправлялся в какие-то другие страны на миссионерское служение, учебное заведение было не в состоянии. Эти люди собирались отправиться в Лаос, Камбоджу, Южный Китай, и зарабатывать себе на жизнь они должны были сами. С этой целью, наряду с богословскими дисциплинами, студентов обучали какому-либо ремеслу. Как правило, они осваивали животноводство и рыболовство, как раз то, что было востребовано в сельской местности, куда они направлялись на служение. Этим они там вполне могли зарабатывать себе на жизнь и одновременно заниматься благовестием и организацией церквей. Такова обычная практика. К слову, дополнительные специальности могут быть совершенно разными. Например, компьютерное программирование или что-то подобное, что позволит человеку устроиться на работу в какой бы стране или регионе он ни оказался. В Юго-Восточной Азии есть городок, в котором пастор открыл копировальный центр. Дело это, в общем-то, несложное, и при этом приносит доход, который позволяет обеспечивать семью, и оставляет достаточно времени на церковное служение. Таким образом, модель организации церкви основателем, который также занят на светской работе, это еще один вариант пасторского или апостольского подхода. Главная его особенность — финансовое самообеспечение миссионера. Я знаком с миссионером, которого Господь призвал проповедовать среди мусульман, причем там, куда попасть по миссионерской визе вообще нереально. Как он поступил? Он выяснил, что там добывают драгоценные камни, и поэтому очень востребованы специалисты по их обработке, в частности, по обработке алмазов. Итак, любое ремесло, связанное с обработкой драгоценных камней, ценится там высоко. Поэтому, имея в арсенале богословское образование, этот человек поступил в профессиональный колледж, чтобы научиться работать с драгоценными камнями и, возможно, получить визу в страну, где он намеревался служить Богу. При этом еще наряду с благовестием он мог бы зарабатывать себе на жизнь. В общем, преимущества такой модели вполне очевидны. Во-первых, она малозатратна. Иначе говоря, распространение Евангелия по миру не зависит от формирования бюджетов на финансовую поддержку миссионеров. А на самом деле препятствие это довольно серьезное. Сколько раз в ответ на те или иные инициативы нам приходится говорить «нет, у нас на это нет денег». Итак, это низкобюджетная модель. Во-вторых, это возможность естественного развития отношений с местными жителями на вашей светской работе. Особенно если вы, как мой приятель, работаете в копировальном центре, куда целый день приходят люди. Так просто и естественно вы с ними и знакомитесь. Бывает так, что в город или в поселок приезжает дипломированный миссионер-основатель, знакомится с кем-то из местных жителей, и тот спрашивает: «А чем вы занимаетесь?» «Я пастор».
А где находится ваша церковь? Ну, ее пока нет. Странно, думает человек. Уже с определенной долей подозрения. Другое дело, если у вас свой копировальный центр. Это понятное большинству совершенно обычная работа. Кроме того, если служитель получает материальную поддержку, россиянин, индиец или представитель другой страны, закономерным продолжением разговора будет: «О, церкви еще нет, а на что же вы живете?» Ведь общины еще нет. Ну, понимаете, пока меня поддерживают братья и сестры из Америки. Ага, тут же снова подозрительно, рассуждает ваш собеседник. Видимо, у американцев здесь свой интерес. Ничего хорошего в этом, пожалуй, нет. В итоге доверие к вам тут же падает. Однажды в Индии я общался с тамошними миссионерами-основателями, и многие из них говорили, что получают материальную поддержку из США. Нередко люди приходят к нам, признаются они, и спрашивают: «Ну и сколько американцы вам за все это платят?» Другими словами, людям не верилось, что их соотечественники проповедуют о Христе по убеждению. «Это же ваша работа, — говорят они, — вам за нее платят». Так основатели церквей сталкиваются с недоверием тех, кому они благовествуют. Им вообще непонятно, кто мы. Что такое пастор несуществующей общины, тем более в Индии? Вот почему нам надо владеть каким-нибудь ремеслом, чтобы люди нас уважали, пока этого нет. Разумеется, вам должно быть ведомо, что пользуется, а что не пользуется уважением в той культуре, в которой вы служите, будь то Китай или Узбекистан или Германия. Вам необходимо знать, какие занятия вызывают у людей доверие, и как этот фактор будет влиять на продуктивность вашего служения. Ясно одно, светская работа способствует формированию дружеских отношений. По-моему, раньше я уже говорил, что и сам какое-то время трудился не только в церкви. Помню самый первый проект, в котором я был одним из руководителей, фактически сразу после окончания семинарии. На тот момент моя супруга тоже закончила учебу, и мы искали место служения, четко осознавая, что хотим заниматься основанием церквей за рубежом. Но нам сказали, что вначале надо попробовать свои силы в США, прежде чем отправляться за границу. Так, с нашей помощью возникла первая община под Чикаго. Материальная поддержка основателям предусмотрена не была, но Господь все предвидел. Буквально за год до выпуска из семинарии моей супруги я в этом городке, в пригороде Чикаго, устроился на работу, так что уже мог зарабатывать. А потом Бог открыл двери для основания там церкви. Тогда, когда работа у меня уже была. Бог поистине благ. Так мы туда переехали, и первый год я большую часть времени, примерно 40 часов в неделю, трудился вне церкви, на сталелитейном предприятии. И только потом община смогла поддерживать меня частично, а затем и полностью. К тому времени у меня уже появились друзья, приятели и просто знакомые. К тому времени я уже смог завоевать какой-то авторитет. Таким образом, светская работа — это прекрасная платформа для дружеского общения и последующего благовестия. Люди уже не теряются в догадках относительно ваших мотивов. Вы благовествуете не из корысти, а по убеждению. Кроме всего прочего, светская работа позволяет служителю стать примером для других верующих. Совсем недавно мы говорили о преимуществах подготовки к служению местных членов общины. Но подчас они говорят: «Погоди-ка, тебе за это платят, а мне нет. А у меня, представь, работа и семья, и столько времени на служении нет». И это вполне понятно. Некоторые работают не то что 40, а 50, 60 и больше часов в неделю. Им же надо как-то себя обеспечивать. А тут я, готовиться к проповеди нужно столько и столько часов в неделю. Откуда я их возьму, недоумевает человек. Однако, если вы сами заняты на светской работе и при этом успеваете заниматься служением, причем даже больше и активнее,
У вас есть полное право сказать: «Послушай, у меня получается, получится и у тебя». Таким образом, у вас есть шанс не только подать пример в служении другим христианам, но и стать образцом для своих коллег по работе и сослуживцев. И это особенно ценно для новообращенных, которым нередко не на кого ориентироваться, которые пока еще не знают, что значит быть христианином на рабочем месте. Если вы трудитесь где-то помимо церкви, у вас есть возможность продемонстрировать это. Лично я благодарен Богу за то время, пока работал на предприятии. Уклад жизни этих людей, их рабочие будни с трудностями, в том числе и этического характера, стали мне куда понятнее. Бывает, что начальство требует от сотрудника поступить так, как христианин поступать бы не стал. И что в этом случае делать? Как сохранить свое достоинство и порядочность? Так что работающий в светской организации основатель может во многом стать примером для своей паствы, реальной и потенциальной. И, наконец, как я уже говорил, порой какая-то специальность, ремесло или предпринимательская инициатива могут стать для миссионера единственным способом попасть туда, куда доступ серьезно ограничен. Как правило, это мусульманские страны, закрытые для любого рода миссионерской деятельности. Въехать туда и находиться там — ты можешь как востребованный специалист, но не как служитель. И в этом обсуждаемая модель не раз доказывала свою эффективность. К слову, такой подход не нов. В ранней церкви христиан, освобожденных от любой другой работы, можно было сосчитать по пальцам. Подавляющее большинство служителей, подобно Павлу, занимались изготовлением палаток, служили в армии или были торговцами, и несли благую весть туда, куда отправлялись по необходимости или по делу. Были среди них даже рабы, такие как, например, святой Патрик, некогда увезенный в Ирландию, но позже бежавший и возвратившийся в Британию. Бог по-разному устраивает жизненный путь людей, в том числе и касательно их занятий за рамками церковного служения. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. И все же, есть у данной модели и свои недостатки. Я их испытал на личном опыте и довольно регулярно наблюдал со стороны. Так что светская работа для служителя не панацея и не средство от всех проблем. Например, у вас будет оставаться меньше времени на служение. Если у вас сложная ответственная работа, то, скорее всего, к концу дня вы будете уставать. Не говоря уже о собственном бизнесе, который требует огромных усилий и временных затрат. В этом случае времени на общение с людьми, знакомство и досуг с кем-либо за пределами рабочего коллектива, на обучение и подготовку служителей, а о значимости этого мы уже говорили, будет существенно меньше. Такова реальность. Отсюда и развитие церкви будет идти медленнее. С одной стороны, да, вам есть кому благовествовать, но с другой стороны, будет явный дефицит общения с членами общины, а это минус. И еще один большой недостаток состоит в том, что основатель-иностранец, который приехал в чужую страну и вынужден изучать новый для себя язык, должен как-то находить для этого время. Кто-то скажет: «Да я буду говорить на английском». Ну или на каком-то другом языке. Хорошо, тогда когда вы будете изучать язык той страны, в которую приехали? Если вам когда-либо приходилось изучать иностранный язык, то вы наверняка знаете, что туристу за границей, в принципе, достаточно уметь читать, понимать, что тебе говорят, и как-то реагировать на это. И совсем другое дело, если ты служишь там пастором. Тогда ты должен уметь проповедовать, учить и вести душепопечительские беседы на чужом для себя языке. А это уже подразумевает высокий уровень владения им.
По моим личным наблюдениям, изучение языка миссионерам-иностранцам, которые помимо служения занимаются еще и какой-то другой работой, происходит по остаточному принципу. В итоге он им порой так в должной степени и не овладевает, из-за чего хромает все служение. Вот почему основателям, которым предстоит трудиться в контексте другого языка и другой культуры в целом, я настоятельно рекомендую в течение года заниматься только языком. Итак, первое, что я советую, это годичные языковые курсы. Хотя понятно, что этого мало, но это все же лучше, чем ничего. Вот вам мой совет. Накопите денег, приезжайте на место, возможно, даже по студенческой визе, и начинайте интенсивно заниматься языком. Погружайтесь в культуру. И только после этого приступайте к работе, только потом начинайте зарабатывать деньги и параллельно заниматься служением. Без языка ни нормальной работы, ни общения с людьми во внерабочее время у вас не получится. Проповедовать, учить и консультировать с таким барьером все равно, что бежать в свинцовой обуви или функционировать в наручниках, потому что язык в данном случае ваш основной инструмент служения. Без него никуда. Равно как и без знания культуры. Поэтому, намереваясь трудиться за границей, помните, язык на начальном этапе — ваша главная и первая цель. И, кстати, не думайте, что местная культура, даже если это регион в вашей родной стране, где говорят на вашем родном языке, заслуживает меньшего внимания. Помните, нередко различия между севером и югом страны грандиозны. Различаться на уровне диалектов может даже язык. И чтобы понять местных жителей, вам, возможно, придется напрягаться. У них может быть иной уклад, иные ценности. Все это вам предстоит увидеть и учесть. Подчас бывает легче адаптироваться к совершенно другой культуре, скажем, для европейца, к японской, между которыми огромные различия, чем какой-то субкультуре на территории своей же собственной страны. Так, в начале 90-х, после падения Берлинской стены и объединения Германии, Восточной и Западной, в единое государство, а здесь важно было учитывать, что на протяжении 40 лет Восток и Запад развивались совершенно по-разному, у каждого региона была своя идеология, уклад, уровень жизни, система образования и так далее. Так вот, после падения Берлинской стены некоторые западные пасторы, которые доселе были плодотворными служителями, так и не смогли адаптироваться на Востоке. Они продолжали служить так, как это делали у себя дома, но в ответ встречали неприятие. Наладить общение с людьми у них никак не получалось. Не получалось воспринять иной менталитет. Не получалось понять своеобразие жизненного уклада восточных немцев. Отсюда они то и дело сталкивались с проблемами. Вот почему нельзя недооценивать культурные различия, даже если они лежат в плоскости одной культуры. Что еще? Еще нагрузка на семью. Сначала вы целый день, ну или какую-то часть его трудитесь на своем рабочем месте, потом стараетесь как-то послужить в церкви, проводите душепопечительские беседы, готовите новых лидеров. А как же семья? Один из моих докторантов проводил исследования среди работающих основателей церквей в Бразилии, тех, чье служение было плодотворным. Результаты показали, что они действительно пользуются большим доверием, гораздо большим уважением, многие из них занимались достойным ремеслом, и так их ценили, чтили, к ним прислушивались, в том числе и тогда, когда они свидетельствовали о Боге. Пастор мог быть врачом, инженером, учителем. Однако его семье приходилось нелегко. В любое время дня и ночи его могли потревожить, а планы на выходные почти целиком состояли из мероприятий, так или иначе связанных со служением в церкви. Такая нагрузка при практически постоянном дефиците времени — это всегда стресс. И еще, работающий пастор более свободен в своих решениях и действиях. Что я имею в виду? Если тебя поддерживает община, ты подотчетен ей в своем служении. Когда же ты в основном сам себе начальник, когда самостоятельно планируешь и выполняешь свою работу, фактор подотчетности во многом снимается. В этом случае я настоятельно рекомендую пастору-основателю войти в какое-либо сообщество церквей или миссионерскую организацию, которая бы осуществляла определенный контроль его деятельности и при необходимости оказывала помощь в решении тех или иных вопросов. Эти люди будут вам помогать, будут о вас молиться и содействовать в разрешении возникающих проблем, так чтобы не получилось, что вы трудитесь в одиночку. А такое случается. Миссионер приезжает на место, устраивается на работу и начинает трудиться и служить, но его никто не курирует, не консультирует, не поддерживает, не требует у него отчета.
и это сложно. Не исключены эпизоды конфликта интересов. Чему уделять больше времени, работе или церкви? Зачем я здесь? Чтобы зарабатывать деньги или служить Богу? Так возникают коллизии интересов. А сейчас я зачитаю вам несколько вопросов для практического применения, а потом отвечу на ваши вопросы, потому что подозреваю, что с озвученными моделями вы основательно не знакомы. И все же, особенно это касается студентов-дистанционников. Поразмышляйте над этими вопросами применительно к вашему служению. Из всех представленных моделей, пасторской, каталитической и апостольской, какая, на ваш взгляд, подходит вам больше всего? Какая наиболее целесообразна в вашей ситуации и почему? Какой тип основателя наиболее соответствует вашей духовной одаренности и интересам? Ведь не все прирожденные основатели — пасторы, апостолы или катализаторы. И, наконец, в чем вы видите преимущества и недостатки совмещения для себя светской работы и служения? Насколько продуктивна такая модель? И легко ли найти работу? Предлагаю обсудить эти вопросы применительно к вашей конкретной ситуации. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.